На конкурс «Дети читают стихи». Екатерина Данчук, 16 лет, город Петрозаводск. Майя Румянцева. Протест. Вселенной с гарью доносила мне ветер. Качала от бомбежки фотографии. Война. Со стен смеялись дети. Война. Живые дети плакали. А где-то фрау по мужьям томились, надев трофейные, надушенные кофты. И девочка печальная из Витебска им молча подносила черный кофе. И фрау говорили о России, и становились и надменнее, и злее. Перчатки на руках своих носили из кожи русских, украинцев и евреев. Ходили фрау часто на спектакли, в антрактах шоколад лениво ели, и об актерах спорили в антрактах, и сумасшедшую Офелию жалели. А мне в то время трудная Россия, и от трагедий по спине мурашки, и рядом сумасшедшая Мария хохочет над могилой, так страшно. И мне смотреть невыносимо просто, как с костылями он идет вагоном тесным. И даже ночью он приснится после, весь из бинтов, из дерева и песни. К нам до сих пор с расстрелов возвращаются не только неживые, а гранитные. Стоят не горькие, а гордые и сильные. Нам целый век еще с войны встречать их. Я нынче протестую от России. Всей силой ее и всей печалью я к ним иду, чтобы склониться ниц, чтоб положить цветы у ног гранитных. Я приговариваю к смерти всех убийц. Я приговариваю к жизни всех убитых.